Приветище! Это Planet Crafter. А это планету, которую я озеленил, которую я наводнил. Так, вот этот жучок я тебя заберу. Жучки тут, конечно, вообще какие-то монстры. Ты посмотри, на какой высоте они появляются. В общем, я полетел. И сегодня мы будем с тобой высаживать какао. Будем какаошную ферму делать. Но не только там. Еще, по-моему, пшеница нам прилетела. Вон, ракета уже приземлилась, так что... Сегодня будет круто и очень сладко. Я заказал в прошлой серии семена. Вот. Два семечка какао и два семечки пшенички. Значит, мы это все забираем для того, чтобы посадить, навариться баблом, потом это все вырастить, продать и купить себе кухонную станцию, умную ткань и начать развивать свой торговый путь. Я сбегал за ингредиентами, которые нам понадобятся для ферм. Значит, фермы я размещу, конечно же, в зеленом уголку. Вот где-то здесь, где летают бабочки и пчелки. Ставим 4 штуки. Блин, внизу не очень хочется. Давай здесь вот так вот, на верхушечке. Раз фермочка. Потом я немножечко сейчас поверну. Будет вот так вот фермочка стоять. Два фермочка. Красота! Криво, но пойдет. Мы же все-таки на Марсе. Кто мне тут что скажет? Отдел по красоте фермерского образования. Здесь его не существует. Да его, в принципе, не существует. Значит, вот такие вот кривые косы мои фермерские полянки. И здесь у меня будут расти какао. Какао, высаживаем. Какао! Рядом вода, пчелы будут все это опылять, все будет расти быстро. Я, правда, не знаю, для какао нужны пчелы или нет. Они как-то опыляются. Хотя, наверное, опыляются как-то. Там же есть цветочки. Я точно не знаю. Я вообще не видел, как какао растет. Значит, вот пшеницу еще садим. И как бы, ну все, и ждем. Ждем, когда это все будет прорастать. Шелковые генераторы, вы идете со мной. Разбираем их здесь. Кстати, блин, надо было вначале посмотреть, нет ли здесь... Нет, здесь шелка, поэтому можно без проблем разбирать. Также мне потребуется разобрать вот эту вот штуку. Я здесь потому что наплодил огромную кучу дронов. И они здесь у меня... Так, не здесь. Вот здесь вот хранятся. Я их, короче, отсюда все забираю. Гоним смотреть на мой огородик. Водопад. Ну что там? Какао растет? Когда я уже буду пить какао? Какао пророс... Нифига себе. Это будет, короче, еще не готово. Ну, как бы какао растет на дереве, да? Это должно быть дерево. Но не семенами же оно большими должно прорастать. Или это плод? Это плод. Подожди, надо почитать в Википедии, чё, как растет вообще какао. Я потому что неандерталец, я не видел, честно, как растет какао, потому что оно растет где-то там в теплых краях. Я только знаю, что можно пить воду из луж, если у тебя есть фильтр. Все, какао выросло! Выросло, ты представляешь? Только это какие-то страны, это, видимо, мутирующий какао, специально для Марса, потому что на Земле какао растет на дереве. Я загуглил, посмотрел. Ну, в общем, как бы, вот то, что здесь растет, на земле так не растет. Вот, я что хочу сказать, это специально выведенный вид какао. Мы его теперь, короче, кладем, сейчас, подожди, кладем вот сюда. Я вот это вот все забираю. Смотрим, сколько стоит какао. Какао хоть сколько? Мой бизнес-план провалился. Значит, мой бизнес на тряпках продолжается. Ну, кстати, насчет этого, я же притащил сюда... Генераторы шелковые, поэтому надо бы их здесь поставить. Один сюда, другой сюда. Походу я буду тряпочным бароном, елки-палки. А, и дроны. Надо сюда дронов вытащить. Отправляйтесь сюда, вот, будете таскать, короче, тряпье. Что хочу сказать. Копим баблишечко на кухонную станцию. И я уже понимаю, что продавать я ее, конечно же, не могу, потому что вот эта цена в 400 токенов, это цена за чип. И когда я его вставлю в свой компьютер, это превратится в чертеж, из которого я смогу что-то соорудить. Ну, то есть, вот. Например, биокупол Т2, да? И как бы я его сразу строю, он не отправится ко мне в карман, этот биокупол, который я потом смогу продать. Нет, так не получится. Так что все мои надежды разбились. Что я могу продать по итогу? Я могу продавать ткань, я могу продавать пульсирующий кварц. Кстати, я научился его делать. И вот платы, это вот сейчас самое дорогое. Значит, мне нужно из тряпочного барона превратиться в кварцевого. Пойдем посмотрим, что нужно для кварца, кстати. Кстати, вот, для кварца.
Значит, кварц, ос, мицеолит, иридий, уран, метановый картридж. Вообще фигня. Самые дорогие ресурсы планеты. Почему так сложно? Я знаю, как я все это буду делать. Я знаю. Потому что платы делать тоже довольно сложно. Азотовый картридж добывается не так-то просто. Короче, мне нужно добраться до... Сейчас я тебе покажу, до чего. Экстрактора руды Т3. Потому что он будет добывать то, что я захочу. Нужно всего лишь 13,33 PI. А у меня этого 4,96 PI. Офигеть, как это далеко. Но есть радостная новость. Коллекционер водной жизни у меня сейчас откроется, потому что кислорода у нас ровно 155,00. Он открылся! Он открылся! Открылся! Да, рыбки! У меня будут рыбки. Так, что там для него нужно? Шелк, шелк, шелк. Оу, стой, 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 стой. У меня тут шелк набирается. Нет, не набирается. Шелк. Стой! Не делай ткань из этого. Мне нужен шелк. Я хочу рыбок. Рыбок хочу. Сейчас вот это все приостанавливаю. Пускай шелк накопится. Пойду, короче, за пшеницей, пособираю ее. Посмотрю, может, она тоже там прибавки к жизни дает приличные. С ракет 35, чуть меньше, чем какао. Но, может быть, хотя бы пшеницу я могу продать. Хотя на земле пшеницы просто навалом, поэтому она как бы там не нужна. Сейчас, подожди. У нас 64. Если я что-то сюда закидываю... Не, пшеница тоже нафиг не сдалась им. Видимо, на земле все хорошо. Да и на орбите там наверху тоже все хорошо. С едой, поэтому она там нафиг не нужна. Ну, ёлы-палы, да что, ну сколько может? Давайте быстро собрались. Мне нужен тут какой-нибудь чувачок, который будет хлыстом лупить этот генератор, чтобы быстрее производился шелк. Ура! Ура, 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 ура! Есть шелк? Есть шелк? Нет шелка? Нет шелка. Ждем еще. Есть! Третий шелк! А рыбок я буду выращивать вот здесь, рядом с водопадом. Ну тут же классно. Вот, вот такая вот штучка. И оно должно... Это рыбки? Это рыбки летают? Нет, это галлюцинации в моих глазах. Блин, ну прикольно, смотри. А, это бликует, короче, от воды. Вот эта вот зеленая штучка сверху, когда... Сейчас я тебе покажу. Вот эти вот капсулы, они бликуют. Ну что? Фитопланктон А. Он тут производится, и скоро у меня будут рыбки. Рыбулечки на Марсе. А потом жабы, лягушечки. И вообще красота будет. Куда же дрон-то летает, а? Они что-то замышляют втихаря тут без меня. Я, короче, кажется, понял, куда летают дроны. Они летают... Вот сюда, потому что, ну да, вот и шелк тебе, пожалуйста. Они шелк у меня оттуда таскали, а я думал, что он там так долго производится. Ах вы жестяные засранцы. Значит, я здесь убираю производство ткани, потому что она мне тут нафиг не нужна. Да и это же... Какой они крюк делают, елки. О, получен новый чертеж экстрактора газа. Еще один коллекционер водной жизни. Значит, пойдем посмотрим, что у нас здесь. Ух, о, фитопланктон БА, БА. Икра рыбы Тилу. Нифига себе, у нас икра есть. Пойдем быстрее в аквариум закидывать, елки-палки. Скорей, 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 скорей. Прямо таким не... А, не туда побежал, стопы. Вот сюда, аквариум мой здесь. Икру закидываю сюда. Так, смотрим. Вау. У меня есть рыба, у меня есть рыба, у меня есть рыба, 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 рыба. Я теперь буду здесь хоровод вокруг вот так вот водить. Обалдеть, зелененькие рыбки. Круто же, круто! Мне нужно больше аквариумов. Я хочу больше аквариумов. Мне нужно, ну... Так, значит, для аквариумов вот это, да? Ага, все. А, подожди, это не аквариумы, это инкубатор был. Вот аквариумы. Все, не проблема. Будут больше аквариумов. А я же там еще хотел рыбок выводить. Ну, в смысле, не рыбок, а икру... Они у меня вот здесь. Вот у меня все есть. Фитопланктон Б. Все, 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 все. Фитопланктон Б вот сюда закидываем. Мутаген Т3 у меня есть. И там, по-моему, еще удобрение надо было. Удобрение. Все. Выводим, значит, еще одну икринку. И посмотрим. А тут можно по две, да, выводить? Да, по две. И тут будет два разных вида рыбок плавать. Класс. Обалденно. Исследовать же. Вот все надо самому делать, а? Кнопочку тыкни. Ингредиенты закинь.
Что там по давлению-то растет? Как долго? Так, короче, я тут делаю ракеты, потому что мне нужно давление, чтобы создать этот бурильщик Т-3. Не могу открыть, блин. Запускаем, короче, ракету. А, конечно же, там все застрянет в говнище, в этой листвице. Не, полетел. Ого, ну ты дала. Выдернула с корнями деревья и полетела. Вот это настоящая ракета. Короче, сейчас будет у нас... приманивает истерические астероиды. Иридиевые, короче, астероиды сейчас будут падать. Падают уже. Уже падают, уже валятся, короче. С неба. Сделал еще одну ракету запуска. Хьюстон меня подбил, метеорит. Срочно надо какао сожрать. Хьюстон, я, кажется, выжил. У меня теперь проблема, как мне ракету запускать, когда она в метеорите. Вот это даже интереснее как-то будет. Она полетит? Ой, что происходит-то? Ой, тут снизу вон вся платформа загажена камнями метеоритными. Ёлы-палы, как её колбасит. Да, сложности запуска. Расцветали яблони и груши, а ракеты все не взлетали, потому что иридиевый метеорит все испоганил здесь на свете. Так, что, еще метеорит? Ух ты, елки! Нифига себе! Я что, мишень, что ли? Почему меня-то бомбят метеоритами? Еще один туда пролетел. Так, давай реально по... Не понял? А, мои кости! Я сломал кости, Хьюстон. Хьюстон, у нас все нормально. Я починил свои кости при помощи какао. Целебное какао. Так, подожди. Че, блин, я потерялся. Ёлы-палы, надо вырубку здесь устроить. Да, организовать продажу древесины. Блин, и как мне тут теперь ракеты производить, строить? Еще одну ракету сделал. Ситуация у него такая же, как у прошлой, поэтому как бы пофиг, запускаем. Пускай взлетает. Я лучше, честно скажу, подальше убегу. Вот здесь вот постою. И посмотрю издалека. И хочу посмотреть. Я запустил уже, получается, это вот третья ракета. Пойду посмотрю, что у меня там с давлением. И, кстати, у меня что-то рыбонька. Рыбонька вывелась. О, какая классная рыбенька. Иди сюда. Иди сюда. Как я про тебя забыл-то, а? Вот сюда залетай. Красота-то какая! Великолепно! Вай, мои рыбулечки. Надо, короче, сделать это. Скринчик, что у меня рыбки теперь есть. О! Также подготовил материал для экстрактора газа Т2. Он вроде бы ничем шибко-то не отличается. Такой же по чертежу. Хотя нет, он там вентиляторы какие-то появились. Это экстрактор газа Т1, а это Т2. Нафига там вентиляторы? И гляди, чё! Здесь вон какие пары, да, в капсулах, а здесь вот есть и азотный газ, и такой газ, метановый, и как бы... Ну, и отсеков здесь больше для добычи. Ну, посмотрим, что он будет добывать. А погоди, а что? В смысле, выберите тип объекта для извлечения. А, вон оно что. Так давай азот, конечно. Азот добывай мне! Хотя, блин, для кварца метан нужен, но метан я могу и отсюда добыть. Надо бы это все зачистить. Таким вот образом. Ну чё, давай попробуем синтезировать пульсирующий кварц. Мой первый пульсирующий кварц. Мой водопад. Как я его обожаю. Пойду, во-первых, посмотрю, что там по икре. И я притащил сюда кучу кварца. Куча кварца. Так, есть икра. Отлично, вот это очень хорошо. И мы сейчас будем продавать кварц. Да, из тряпиного барона... кварцевого магната. Ну что там еще? Есть еще одна икра, надо что-нибудь сожрать. Вот так вот. Все, бежим срочно сюда, смотрим, что по тряпкам. По тряпкам здесь прямо-таки все хорошо. Но мы отправим вот этот вот кораблик. О, блин, здесь тоже тряпок нафига. Так, кварц сюда, тряпку вот сюда. Это мы отправляем, давай полетел. Сейчас будем тряпка кварцевую замену делать. Кварц скидываем. Тряпку. О, стой, я еще не весь кварц закинул. Стой, подожди. Так, икру верни. Кварц, тряпку. Фух, успел на вытянутых руках туда закинуть, я все перепутал. Так, я точно икру оставил, да. Отлично, итак, и сколько я сейчас денег получу? 250 жетонов я получу и смогу сделать себе наконец-то кухню. Великолепно. Так, мне теперь нужно вернуться домой и
аквариум построить. А почему бы здесь аквариум не сделать, кстати? Значит, я буду делать свой аквариум на высотке, чтобы мои рыбы созидали вот этот прекрасный вид. У них же есть глаза, правильно? Они будут смотреть над уровнем моря на весь этот прекрасный пейзаж. Значит, для этого мы построим здесь вот такую вот фигню здоровенную. Так, она бы еще сюда поместилась, она что-то не помещается, нифига. Вот так вот, короче. Шлепка! Теперь делаем сюда дверь. Ставим теперь сюда окна. Вот с таким великолепным видом. Ну, красота же, ну ты посмотри. Ёлки-палки, смотровая площадка получилась. Ну и еще на пол нам нужно поставить. Тоже прозрачный, чтобы рыбки могли, хотя вниз они ни черта не увидят, но зато я буду снизу на них смотреть. Значит, потолок мы тоже делаем прозрачный. Ну вот и готово. Ты посмотри, какая красотень, а. Ну, просто зашибись, рыбки обметаются икрой. Настало время поставить же уже тут аквариумы. И второй аквариум, потому что пока что он ресурсов хватило только на два. Во! Закидываем сюда икру и сюда икру. Ну, просто шикардос! Теперь пойду посмотрю Так. Снизу. Как это все выглядит? А, можно просто спрыгнуть же, я еще... Ну да, рыбок ты как бы точно не увидишь. Ладно, пойдет. Прямо-таки совсем не увидишь, если только... А, мои ноги, почему ракеты не сработали? Ну, кстати, я выжил с падения с такой высоты. Да, там бинокль нужен, чтобы что-то разглядеть. Как бы... Ну, главное, что-то там наверху есть, и это прикольно. Когда ракеты прилетят? Когда? 12 секунд, сейчас будут ракеты возвращаться, елки... 200 жетонов давай на высотку, я сейчас встречу все эти ракеты. Ракеты! Ракеты, вон одна летит. Одна летит ракета. Прям на нее хочу сесть! Не получилось на нее сесть. Вон они две спускаются. Черт, я опередил немножечко события. Ладно, ничего страшного. Значит, покупаем! А, нет, надо, чтобы они приземлились, только тогда я смогу покупать что-то. Здорово! Давай уже, все, ты приземлилась, да? Ты приземлилась, значит, да. Покупаем кухню, кухонную станцию. Кухонную станцию. У меня 973 и умную ткань мы можем заказать. В принципе, все, запускаем ракету, вези мне это все. Ну, а мы отправляемся домой, чтобы запустить ракету с насекомыми, которая разбросит по всей планете этих елки-палки. Не туда сбежал, потерялся. Получено рыба улани. Ракета, значит, ракета. Вот она, эта ракета. О, нужны пчелы. Пчелы. Все готово. Создаем ракету с огромным ульем. Их тут целых три. Смотри, сколько-то... Нифига себе. Вот это да. Ну что, надо запускать эту ракету. Блин, главное, чтобы метеориты ее не сбили. Давай, быстрее лети. Лети. Деревья мешают. Давай, пчелки, взмывай вверх. Быстрее. Ну же! Надо ее подтолкнуть. Давай! Не получается. Вот об это дерево задевает ножка нашей ракеты, но она вырывается и улетает, но она косится, но летит в небо и взмывает. Все, а пчелы тут, кстати, остались, смотри. А почему пчелы там остались? Что за рой? Что за рой нафиг у меня здесь? Да елки-палки, эти деревья, ужас какой-то. Непроходимые джунгли, реально бензопила здесь нужна. Так, пчелы здесь, но почему такое количество? Вот, они исчезли. И что происходит? С неба что-то будет сыпаться, нет? Непонятно. Кроме метеоритов пока что ничего не сыпется. Короче, сделал еще одну ракетку, чтобы посмотреть, что будет с небом, когда эта ракета взмоет вверх. Ну, не будут же насекомые с неба падать, правильно? Что-то должно быть другое. И в какой цвет вообще окрасится небо? Так, ракета улетела опять без пчел. И похоже, что ничего не происходит. Ничего вообще. Происходит только ночь. Темнеет все. Блин. Ну вот. Хоть какой-нибудь бы эффект сделать для этой ракеты. Но! У нас уже вернулась ракета с супертканью. Так, вот это, по-моему, ракета, нет. Вот это вот ракета, вот они, два чертежа с кухни и с супертканью. Или с умной тканью, как она там называется. Сейчас мы это все прокачаем.
умная ткань. А как мы ее будем производить? Из чего вообще дико интересно? Ну-ка, давай посмотрим. Умная ткань. Умная. Вот она. Умная ткань. Там всего лишь нужно две ткани и печатная плата. Да уж, как бы, но это круто на самом-то деле. Не так много нужно. А я ее продавать смогу? Нет, умная ткань, я ее продавать не смогу. То есть, как бы, вот так вот, борода. Тогда изучаем еще и кухню. Ну, а кухню мы построим с тобой уже в следующем ролике, потому что я уже немножко забежал вперед, я ее уже как бы построил, посмотрел, что кого, и там круто. На этой кухне можно много чего поделать. Так что, если ты хочешь увидеть этот ролик поскорее, как можно больше лайков под этим видео, подписывайся, чтобы не пропустить этот ролик, когда он выйдет. Ну и увидимся в новом видео. Так что, до встречи!